Михаил Маркианович Гермашев, Бубелло, русский художник-пейзажист, иллюстратор детских книг. Любимыми темами картин художника были пейзажи средней полосы России, лирические, полные любви к родной природе. Картины Гермашева находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее, в частных коллекциях, иногда появляются на аукционах. Работы художника, отличавшиеся высоким мастерством исполнения, привлекали своей красотой и потому пользовались большим спросом у солидных любителей пейзажной живописи. Художник напряженно работал, активно участвовал в многочисленных в те времена московских, петербургских выставках, включая выставки академические и товарищества передвижных художественных выставок. Осенний пейзаж, созданный Михаилом Гермашевым, переносит нас в мир умиротворения и красоты природы. Как художник-пейзажист, он умело передает теплые осенние оттенки, игра света и тени, создавая атмосферу уюта и спокойствия. В его работах можно увидеть яркие краски осеннего леса, падающие листья, прекрасно сочетающиеся с золотыми и оранжевыми оттенками фона. Он показывает нам, как природа меняется, подготавливаясь к зимнему сезону, но в то же время сохраняет свою неповторимую красоту и магию. Картины Михаила Гермашева наполнены эмоциями, которые вызывают гармонию и восхищение у зрителя, позволяя ему окунуться в мир природы и насладиться ее прелестями.